Привет. Еще раз. Привет, привет. Какие-то, не знаю, чем белые какие-то он смотрел. Какие-то моются же. Так прикасаешься, они только нажимаешь, не чух и все. Семена. Сразу взрыв. Взрываются так вот семёнки. Вот. Макрец, холодец, ой, смотрите, какая малина-то, ребят, смотрите, ой, прям чудно, нифига себе. Скажи я. Нифига себе. Вот она. Какая. О. Вон они. Классно. А, мукбанг. Мукбанг. Иди. Целые эти кисти. Кисти от грозди. Красота. Вот она еще. Вот она. Сентябрь. У нас как не под снегом же. Знаете, медведи тоже любят. Огромная, вот я люблю такие вот малины.
Тут тоже. Вон яблочки тоже в них. Там маленькая, не знаю, что это. Черга. Черга. Ну, какие-то желтые у них есть. Эти яблочки. Не знаю. Ну, наверное, вкусные. Ну, тут и сухо. Еще какая-то вот картошка. Ну-ка, давайте прибавим эксперимент. Капли. Супер. Руки летают, вороны. Каждый раз все меняется. Розы, розы, розы. Ой, ребят, я столько уже снимаю, снимаю, снимаю видео. Уже все, осень, конечно. Калина, калина, калина. Какие краски, видите? Представляете? Мозаику такую сделать. Вот. Красота же. Эта ветка прям вот классная. Вообще я люблю бывать в деревне. Очень красиво. Я бы сейчас был вот еще в конце деревни вот там. Крутяк. Утром солнце было. Ну где-то вот
совсем. Ой, ну, 8, да. Сейчас уже солнце вышло. Видишь, распогодится, будет нормально. Ой, господи, красота, красота, мы несем с собой кота, чижика, собаку. Эти капельки от дождя. За пятами можно было бы сходить. Можно сходить за пятами. Тише. Попадался. Классно, Марина. Люблю Марину. Капусту. Я уже показывал. Капельки такие. Очень классно. Такая большая капля. Классно. Дождь пошел.